Бурятских словарей много, будь то бумажные, электронные, но переводчик с ангольского появился впервые. Учителя Мурочинской школы собрали более 6000 слов, помогали им жители родного села и Хилгантуя. Сегодня это творение представили на суд общественности. Сложность была в том, что сначала никто не знал, как будет издаваться, в каком формате этот словарь будет, и поэтому сложновато было. Мурочинские и хилгантуйские буряты разговаривают на сангольском диалекте. Вот я, например, знаю бурятский с детства. Читаю, разговариваю, иногда даже думаю на нем. Но разница с моим диалектом настолько сильна, чтобы мне хоть что-то понять на этой презентации, нужен словарь, который сегодня и презентуют. Разницу между литературным диалектом видно уже на обложке. Вместо «бурят» санголы говорят «бурят». Основные отличия в окончаниях, а все из-за замены некоторых согласных. Один из самых ярких примеров – песни Сергея Беликтуева, он же «Хатхурзу». Носители литературного бурятского могут его понять, но все же с трудом. На слух сангольский тверже и более шипящий. Этот диалект используют в Кяхтинском, Селенгинском и Бичурском районах, он же родной для Хамбола Мы-Аюшеева. Я думаю, что это дальнейшее принесет развитие нашего, ну, именно местных диалектов. Да? Другие, смотря на это, сдадут свои. На сегодня выпустили 500 экземпляров твердого переплета. Словари пойдут по школам и домам Мурочинска и Хилгантуя. В дальнейшем планируют дополнительный тираж, но пока точная дата неизвестная. Как бы то ни было, начало положено. Копейка рубль бережет, слово сохраняет язык. Будамонхоев, Федор Моданов, телекомпания АТВ.